Мечтала о том, чтобы выпускной прошел так, чтобы я смогла его вспоминать еще через много-много лет и рассказывать об этом своим друзьям, детям. Не, если честно, мне всегда симпатизировала идея прийти в Кремль, почувствовать эту атмосферу праздника. Мне очень много друзей рассказывали про выпускной в Кремлевском дворце. Как-то раз увидела по телевизору его, мне очень понравилось. Это красиво, и все время, когда показывают в Кремле, какое-то восхищение происходит. Мелькают картинки в глазах, что это там. Какое-то прям торжество, все красивые, ну, как в фильмах. Наверное, это будет какой-то такой знаковый день. Последний раз, когда мы пойдем куда-то именно с классом. Ну, что-то, наверное, должно поменяться. Все-таки мы закончили школу, и мы вступаем во взрослую жизнь. Все равно это будет наверняка какое-то другое ощущение. Я надеюсь, будет здорово. Я прогуляла школу из-за платья. Мама сказала, что если я 11 лет училась на отлично, то один день можно прогулять ради платья. Оно добавит как бы всему мероприятию торжественности. Мой выпускной был похож на один сплошной квест. Я просыпаюсь и понимаю, что у меня нет платья. Потому что накануне, в ночь до выпускного, портниха его каким-то образом сожгла, утюгом отпаривать, я не знаю. Мы просто колесили с мамой по всей Москве, искали платье. Около 5. Мы стоим благополучно в пробку здесь, вот в центре. Нас 2 раза оштрафовывает гаишник. В итоге мы не успеваем в Химки приехать к парикмахеру. Мы просто заходим в любой попавшийся салон. В общем, я успела в Кремль только на последние номера концерта. Несмотря на все приключения, я была рада, что все-таки у меня состоялся выпускной в Кремле. Мы очень рады, что мы приехали именно сюда. Здесь мой коллектив, мой класс. Это самое главное, что мне надо. В общем, этот день просто будет супер шикарный. Мы очень долго ехали, 5 часов дороги, чтобы добраться сюда и получить кайф. Вот здесь и сейчас. В Александровском саду. Мы сейчас ждем, пока соберется народ. Сейчас будем читать стихи у могилы неизвестного солдата. Я очень волнуюсь, постоянно бегаю к тексту, пытаюсь что-то повторить, что я вдруг не помню. Даже на экзаменах не было такого адреналина, такого драйва, столько эмоций. Сейчас все равно это другая обстановка. Это мой выпускной. О неизвестном солдате. На рассвете под Брестом он в неравном бою бился храбро и честно за отчизну свою. Шел горящей деревней, видел дымный закат и сражался под ельней неизвестный солдат. Выпускного закончилось, можно чуть-чуть расслабиться. Было все не так сложно, как я ожидала, потому что я думала, вдруг я в какой-нибудь момент забуду слова, как это было на репетиции. Собралась, все сделала, как должно быть.
Я несколько лет прожила на Камчатке, на Дальнем Востоке. И как-то я перелистывала каналы и совершенно случайно остановилась на том, который транслировал выпускной из Кремля. Я тогда еще подумала, как везет московским школьникам, что они имеют такую замечательную, уникальную возможность побывать на своем, наверное, первом таком важном празднике, вот в сердце Родины. Было такое желание, вот бы мне когда-нибудь с моим классом, вот так бы. Это было только на уровне мечты. Оказывается, что мечтам свойственно сбываться. И вот спустя время я с моим классом, с очередным выпуском, оказалась в Кремле, в сердце Родины, как я и мечтала. Организаторы сделали все возможное, чтобы это действительно был праздник. Атмосфера создавалась еще до того, как мы шагнули на красную ковровую дорожку. Понравилось то, что мы всегда были в чем-то задействованы, то, что именно выпускники были главными героями в этом вечере и действительно получили множество ярких и незабываемых моментов. Участвовала в концерте «Мы таланты». Туда приглашались певцы и танцоры. Мы заявили желание участвовать. Когда я вышла на сцену, я, в принципе, очень волновалась, потому что я второй раз в жизни своей пела. Я вышла и увидела, что среди зрителей начинал подходить к сцене участник группы «Френды» Максим. Мне нравятся их песни, и я как-то не предполагала, что такое может произойти. И потом он стоял и слушал всю песню. А я из-за того, что переволновалась, спела не очень. И потом, уже все закончилось, я собиралась заходить в зал. Он ко мне подошел и сказал какие-то невероятно приятные слова про то, что мне нужно продолжать этим заниматься, потому что ему понравилось. И меня это настолько воодушевило и подтолкнуло к работе над собой дальше. И я понимаю, что этого почти нигде, кроме выпускного в Кремле, не могло произойти. На самом деле, самое интересное – это процесс. Как там мальчики готовятся, девочки готовятся, как вообще происходит вот это вот волнение перед праздником. Потому что во время праздника это вот так проходит, и ты уже ничего не замечаешь. Главное – самому отвыступаться хорошо, ну и все, а потом отдыхать и веселиться. И надо просто хорошо станцевать. Он страда, если за окном темно, он не спал, на ночь забирал окно. Он отдал, пил на кухне горький чай. В час, когда она летала по ночам. Ребята, аплодисменты Андрею Медведеву и Анастасии Ваглякова. Два года назад одиннадцатиклассница тоже участвовала в номинации, но в «Олимпийская надежда».
И я, смотря по телевизору, тоже загорелась мечтой, что вот я должна выиграть. Мне хотелось реально именно выиграть. И в итоге я решила участвовать сразу в двух номинациях: «Творец года» и «Умница года». Мы сидели и показывают наши видео. Я чувствую, что у меня сердце сейчас выпрыгнет уже. Просто эмоции на пределе, силы тоже. И тут объявляют меня. Дьяконова Арина! Я помню, что я подпрыгнула даже. У меня просто улыбка до ушей, дыхание перехватило. И хоть я уже с детства выступаю на сцене, танцую, все равно, когда я вышла на сцену, мне нужно было отдышаться, потому что ничего сказать я не могла. Спасибо большое! Это так приятно, так волнительно стоять здесь, в самом центре нашей столицы, в самом центре России. Я хочу сказать всем большое-большое спасибо. Я, честно, очень рада. Я об этом мечтала, что постоять на сцене в Кремле, сказать что-то, это на самом деле большое счастье. Когда я узнала, что на выпускном в Кремле тоже можно будет станцевать вальс, я прям загорелась этой идеей. Было бы очень обидно столько заниматься и так и не станцевать на своем собственном выпускном. Для того, чтобы танцевать вальс в Кремле, нужно найти партнера. А мальчики сейчас очень сложно соглашаются быть у всех на виду. То есть танцевать вместе со всеми во время флешмоба были согласны практически все, а вот на сцену согласился только Сережа Дмитриенко. Да и то очень долго думал. На второй репетиции к нам пришел настоящий композитор, который записал этот вальс. И когда композитор уже играл сам, это было, ну, как бы очень интересно, потому что под живую музыку сейчас танцуют очень редко. Мы же все практически ехали с экзамена по обществознанию, но после того, как прогнали раз под музыку, у всех даже лица поменялись. Все уже улыбались, смеялись, и ощущение, как будто вообще отвлеклись от всех проблем, которые были вне зала. Мне еще запомнился очень вальс, потому что меня пригласил мой знакомый, и он сказал: «Пойдем поближе к сцене». Я не ходила на репетицию, но так как у меня партнер, он знал весь танец, то он меня вел, и у нас все так красиво, хорошо получилось. Мы даже на ноги не наступили друг другу. На первом месте, наверное, действительно были ощущения от ожидания, от предвкушения того, что предстоит. Потому что мы пытались представить все-таки, как это будет, совпадет ли с нашими ожиданиями. Но, знаете, не совпало. Потому что то, что произошло, оно было сильнее, оно было больше, эмоциональнее. Вот это вот ощущение энергии молодости, оно просто зашкаливало, наверное. Когда
высоты посыпалось конфетти, золотое, блестящее, и вот все в нем растворилось. Но это было как в сказке. Вот действительно как в сказке, где все может сбыться. Безумно понравился выпускной в Кремле. Действительно, осталось очень много положительных эмоций и впечатлений. Ощущение помпезности, то есть величия праздника. Нигде больше мы не почувствуем такой эпичности от мероприятия. Только здесь. Ребята, кто решит отмечать выпускной свой в Кремле, не жалейте, идите смело, будет правда здорово. И этот день запомнится вам на всю жизнь.